Так, привет, ребята. Вот пришло время очередной войны. Дали нам подбор вот такой вот польский альянс. Ну, в принципе, тут такие 5500 соперники, 5600. Ну, скажем честно, ну, дабы никого не обидеть, конечно, очень такой средненький по силе альянс. Нет тут каких-то жутких монстров таких под 5900, под 6000. Вот на 5700, наверное, это самый жирный по силе противник. Угу. Наверное, больше и нету. Ну вот война у нас со стрелами сегодня. У противника 79 тапочков, у нас 87. Ну, счет пока мы незначительно ведем. Ну и пойдем, наверное, воевать. Ну, возьмем, наверное, самого вот этого жирного товарища. Пойдем сюда. Здесь снежок, нанар. Химдаль улучшенный. Нужен тут диспел по-любому. Ну и ладно. Так, значит, пойдем сюда. Пойдем сюда. Командой какой мы пойдем сюда? Можно, в принципе, взять вот такую команду. Будем воровать щиты. Возьмем Наталью. Возьмем Диметру. Так, и там еще снежок есть. Можно взять Синтяня в качестве диспела. Так и сделаем. Ну и возьмем какую-нибудь. Ну пусть будет Косямба, например, в качестве хила. Вот такую команду попробуем сюда взять. В общем-то, так, два шутера, диспел есть, все. Нормально, нормально. Поехали. Первый тапчик. Посмотрим, что из этого всего получится. Так. Только три желтых. Три желтых. Ну, надо, значит, искать их где-то, вытаскивать. Ну, давай попробуем вот здесь фиол собрать. О, желтый потихонечку выходит. Можно собрать кристалл. Ну, давай так и сделаем. Так, хорошо. Хорошо, соберем кристалл. Ну, косям бультанет, это по-любому. Один-два раза это не страшно, если он ультанет. То, в принципе, можно пережить это все дело. Ну-ка, если вот так вот подгоним. Не выходят желтые. Не выходят. Ну, давай тогда взрывать кристалл. Угу. Все зарядились. И так. Ну, Косямбу мы заберем по-любому. По-любому заберем. И, наверное, на снежка не хватит силенок-то уже. Ну, ладно. Давай забирать Кэса, чтобы он тут никого не лечил больше. Воду не мутил. 114 хп. Угу. Зеленые, красные. Что-то как-то с камнями не очень. Тут интересно все. Нанар сейчас будет этот ультовать. Ладно, забираем Косямбу. Прокидываем сюда зеленых. Заряжаем своего диспела на две отметки. Ну и, в принципе, сейчас можно кидать в снежка.
Так, два в одного ангарбода. Ну, конечно. И, конечно же, в хила. Угу. Понятно. Куда бы ты еще могла ударить? Так, ну давай вот сюда снежка закинем. Вот немножко прочистим поле. А желтых-то как-то особо-то и нет камней желтых. Не выходит. И это уже начинает немножко напрягать, если честно. Угу. Надо собирать как-то кэса своего, чтобы лечиться. А то что-то он уже начинает плохо себя чувствовать. Ну, давай, косямбу убей. Нет, косямбу не убил. Ну, тогда собираем вот тут три фиола. Кэса зарядили, лечимся. Лечимся. Так, так, так. Подлечились немножко. Так, и что, если мы три желтых вот этих закинем, мы зарядились. Угу. Так, ладно. Ну, давай. Давай мы будем... Куда бить-то, я даже не знаю. Кэс-то, наверное, у него вот эта броня его не снимется. Один ход. Один ход. Так, ладно. Ну, тогда... Тогда ангарбода сейчас ультанет. Ангарбода ультанет. Ну, давай попробуем вот так зарядим. На три лычки своего диспела. И хорошо. Ну, он уже тут, в принципе, не так уж и нужен. Но, наверное, будем разбираться уже с снежком. Ну, уже всеми туда ультуем. Заберем мы его. Ту-ту-ту-ту-ту. И, наверное, не хватит. Не хватит, еще не заберет. А ну-ка, если в ангарбоду по срезанной броне 900. Полная херня получилась. Тогда взрываем поляну. Угу. Камень вообще не вышел никакой. Желтых вообще нет. Фиолетовых их вообще тоже очень мало. Прикольно, прикольно. Интересно получается, но, конечно, Кэса он сейчас заберет, и это будет просто провал. Просто провал. Желтых нет, фиолов не собрать. Ну, давай будем снежка кидать, как бы, что делать-то. Угу, ну, все понятно. И тут, кажется, все ясно уже становится. Угу. Ну, понятно. Понятно. Ангарбода, конечно, она добивает. Добивает. Вот это вот я повоевал, блядь, конечно, нормально. Первый этап, блядь. Угу. Прикольно получилось. Да. Блядь, а почему это-то не зарядилось, овца? Эта овца, блядь, почему не зарядилась? Ну, они их сейчас тупо затюкают. Тупо сейчас затюкают. Ну, давай попробуем хоть какой-то урон нанести. И это очень мало. Блять. Очень мало, блядь. Ну что это за хуйня такая? Ну, ангарбода сейчас хоронит двоих. И этот хер хоронит третьего. Ну, понятно. Понятно все, блядь. Вот такой вот первый тапочек. Угу. Да, заебись, легенькие, блядь, противнички достались.
Хер ли их бить? Ну да, хер ли их бить. Первый отсос. Пожалуйста, слови. Хер ли их бить, лошара? Вот тебе 14 очков и хер в жопу. Прекрасно. Угу. Если честно, мне не понравилось. Так. Ну ладно. Пойдем сюда тогда. Латесса. Латесса, хуеса. Так. Берем мишку, урана. И кого еще? Наверное, возьмем пазика одного. Возьмем седну. И кто там еще-то есть? Так. Вроде команда-то, блядь, ничего такого страшного она из себя не представляет. А по факту получается, что просто я заглатываю за обе щечки. Угу. Угу. Так, ну давай три желтых сюда. Вроде и камни-то есть, но, как обычно, их можно очень здорово просрать. Так, ну ладно, давай латесса убьем. 32. Так, ну вот так вот синими камнями мы ее доберем. Угу. Ну и можно закинуть уже вот сюда, желтых подогнать. Зарядить своих желтых ударных бойцов. Мы, наверное, давай в джестосу будем закидывать. Срезаем ему стихийку и пазиком туда пуляем. Угу. Джестос отвалился, нормально. Ну, тут все понятно уже стало. Тут нормально, тут победа. Угу. Снимаем с них отхил. Наносим урон. Ну и тут нормально. Зарядились два моих бойца. Ну, сейчас мы их кончим. Сначала ультанем пазиком. Что он там нам расскажет. Угу. Ну давай заберем ангербоду. И вот так вот три желтых. Забираем мед. Угу. Нормально. Тут получилось нормально. Так. Кого? Кого бы еще тут пойти попробовать? Ну, давай на главу пойдем. Тут вот эти вот два зеленых хрена. Давай возьмем сюда, как уже обычно, ударную желтую бригаду. Вот эту вот. Вот эту. И кого? Хилом взять. Кого? Давай возьмем Собакина. Угу. И красных тут смысла нет брать. Синих тоже. Потому что этот Тенгус, падла, будет подсирать очень здорово. Так, ну можно кого же взять-то тут? Кого бы взять? Что-то как-то вообще нет, не приходит никакая мысль в голову, кого тут можно взять с собой. Что-то я их всех листаю, а толку никакого не могу найти. Тут нужен, конечно, диспел, потому что вот эти вот все будут, да, херню свою будут эту навешивать. Давай, не, эту, где хэлла, вот на хэлла. Угу. Ну, давай попробуем вот так, погнали. Погнали, опять желтых нету ни хера. Есть фиолы, зеленых тоже, блядь, только 4 камушка.
Так, ну ладно, что делать? Давай собираем так. Энгус сюда, ну хер с ним, ладно, Энгус пусть один разочек, если он ультанет, не так страшно. Давай вот так вот еще желтых, вот нормально, желтые вышли. Собираем трешку сюда и трешку вот сюда. Комбо, блядь, опять это черт все сейчас вылечит, щиты повесит. Угу. Так, 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 это броню мы сейчас с них не снимем. Ну ладно, хер с ней. Так, давай, ждос. Давай, снимай всю эту срань. Давай, наверное, будем убивать Кэса. Попробуем забрать его. Угу. Ну, можно попробовать вот у этого... зеленого хрена закинуть. Пусть он немножко потравится вместе с Энгусом. Угу. Соберем вот так вот фиолов. Так. Давай заберем Кэса, ну его нахер. Чтобы он тут малину не подсирал никакую. Угу. Сорвем вот так вот морду в середину. И осталось 270 хп у этого деревянного хрена. Так, ну давай зеленых вот сюда. Желтые опять не выходят. Не выходят желтые, а пазик мой уже почти сдох. Там еще ангербода сейчас кончит их всех. Что-то, блядь, какой-то пиздец начался. За если сейчас взорвать кристалл, то его я заряжу. Ну, конечно, вот этих вот, если собрать, вот эти фиолетовые с зелеными, я его не убью. Но его я заряжу, он отхилится. А под бафом Макоко он отхилится вообще нормально. Блять. И тут еще и седну там. Ну давай попробуем вот так. Кого сейчас ударит Ангербуда? Угу, понятно. Как они, блядь, вылечились-то? А чё за херня-то как? Чё, блядь, произошло-то? Кто их вылечил-то, ёбаный в рот? Пиздец, блядь. Ладно, давай, блядь, бьём сюда. Хуй с ней, блядь. 500, понятно. Ладно, хер с ним, взрываем. Вот эту вот хуйню пусть лечится. Бля, 59 хп осталось, ёбаный рот. Сука. Лечимся, ладно, хер с ним. Блядь, что-то сегодня вообще просто какая-то душнота. Просто какой-то пипец. Просто пипец, блядь. Просто пипец. Так. Давай попробуем вот этого все-таки. Дерево это ебаное попробуем убить. Одолеть его. Угу. Ну давай, Толян. Забрал при одного. Так, ну ладно, прокидываемся вот сюда. Зарядили хелом. Зарядили. Угу. Надо теперь еще заряжать желтых. Заряжать желтых. Ну давай кинем вот сюда желтым. Нет, не выходит.
Не выходит. Ну давай тогда вот сюда желтых закинем. Все они вылечились. Волчара тоже мой немножко подхилил. Так, блядь. Как собрать эту всю херню? Блядь, что-то какой-то вообще пиздец творится. Я очень надеялся, что я прям так быстренько сейчас откидаюсь, и все, и я пошел. Да, тут ни хера не получается. Тут просто какой-то, блядь, разъеб Петрович происходит. Просто имеют меня как хотят. И это мне прям вообще не нравится. Давай мы кого? Ангербоду, наверное, будем убивать. Все-таки она в двоих лупит. Давай срежем броню. Пазик, ну-ка. Угу, забрал. Толян, давай туда полетел. Ну, нормально, ладно. Тут, бля, ну это капец было вообще. Это была жопа какая-то. Я уж думал прям, что это будет все. Конец. Но каким-то чудом победил. Так. Так, вечер перестает быть томным. Вот какие-то вот тут вот эти японцы новые. Слон. Ну, как-то, ну, их нахер. Не хочу я с ними связываться. Вот это вот какая-то барышня тут. Что это такое-то? Да, Дамако, блядь. Какие-то команды, блядь, все такие интересные. И в то же время очень велика вероятность просто отсосать. Ну, давай попробуем. Ну-ка, вот здесь что они все... Ну, давай, ладно. Давай вот сюда попробуем. Красными, что ли? Возьмем Сапию. Сапию возьмем. Где этот миномет? Минометушка. Иди сюда. Миномет. Тангербода. Так. Возьмем сюда еще. Так, снимать. Снимать. Тут особо-то нечего снимать. Можно взять Морриган. Вот так. И вот так вот снимать щиты Кэса. Весну. Угу. Так, отряды опять убежали. Надо поменять. Вот так. Ангербоду лупило посильней. Угу. Нормально. Вроде нормально. Поехали. Поехали. Давай в бой. Погнали. Давай. Так, ну, вроде красные тут более-менее есть, зеленые тоже есть. Теперь вопрос, как их правильно собрать. Как их собрать? Чтобы сильно не обосраться очередной раз. Ну, давай попробуем, начнем с зеленых вот сюда. Угу, двинем синий, красный упадет. Так, и 7 красных, да, давай соберем вот так. Так, еще вышли. Угу, мы можем собрать вот так, и трешечка. И трешечка еще есть, это хорошо. Вот сюда, вот сейчас вместе с зелеными соберем. Угу. И зарядим весну вот таким вот образом. Отлично. Комбо не полетело. Это хорошо. Снимаем, значит, тогда щиты. И вот в левый фланг лупим минометом сначала. Угу. Ну, давай в
пазика, наверное, зарядим ангарбодой и заблокируем их. Ну их нахер, вот этот фланг. Так, заблокировались. Прекрасно. Соберем вот так вот, давай, кристалл красный. Угу. Вот так вот его соберем. О, красный выходит, это хорошо. Ультует этот хрен копытный рогатый. Ну да ладно, он сейчас не очень страшен. Вот сюда вот так прокидываемся. Заряжаем красных своих бойцов. Ну и тут они все как-то растаяли, как-то все сдохли и отвалились. Сапия всех сожгла. И это прекрасно. Нормально. Камни насыпали красного вдоволь. Тут его более чем надо. Дали. Получилось хорошо. Так. Ну и осталось два тапочка. Два тапочка. Два тапка с хепри можно взять. Такие они вроде нормальные тапки. Кого пойти пнуть, попробовать. Даже не знаю. Ну, давай что ли сюда все-таки сходим. Давай сюда на слона. Даже можно сейчас попробовать. Ну да, давай возьмем хеприка. Возьмем бастит. Бастит как антиминьонщика. Угу. Так, и нужен диспел. А диспелла мы тогда возьмем синюю пачку. Возьмем левиафана прорванного. И возьмем раму. Вот так вот. Вот так вот возьмем такую синюю банду. Такие нормальные вот эти пацаны. Если они, конечно, ультанут, это будет очень интересно. Так, ну и кого? Ну давай шипа возьмем тогда. Вот так. Угу. Так, что тут у нас есть? Ну, вроде нормально. Погнали. Попробуем, что получится. Бастит это, конечно, тоже прикольная киса. Да, прикольная киса, если есть камень. А камня, как мы видим, синего практически нет. Ну, вот кое-какой вылезать начнем. Блять, комбо. Комбо полетело. Ну, ладно. Срезал атаку. Угу. Ну, тут, в принципе, не такие. Они уж прям и страшные все. Можно рвануть кристалл. Угу. Сейчас этот хрен их всех вылечит. И повесил он вот эти щиты, да? Угу. Ну, давай зеленых. Вот синие. Собрались еще. Хорошо. Так. Хорошо. Так, еще как бы сделать так, чтобы два синих надо, да? Ну, давай. Блядь, уже эта херня получилась. Что-то не так я сделал. Сколько, ладно, у них ходов один ход. Давай зарядим своего шипа и будем блокировать. Ну их нахер. Блокируем центр и взрываем морду. Не будем ничего выдумывать. В жопу что-то придумывать. Давай левиафан. Срезаем стихийку и бастит. Бастит лупанула, повесила ожоги. Так, и еще два синих. Собираем, заряжаем раму. Угу. По 52 не травится. Конечно, мало, но да ладно. Давай рамы вот сюда лупанем. Ага, хорошо. Так,
Так, так. Ну, можно, да, взорвать кристаллы, прочистить поле немножко. Хорошо, отвалились два противника. Два противника. Ну, можно вот сюда вот так вот фиолов закинуть. Угу, еще синие полетели. Хорошо. Ну, остался нумизматик с Мариной. Тут уже исход этой битвы уже ясен и понятен. Тут уже их ничего не спасет. Закидываем сюда синих. И расправляемся. Ой, блядь, сначала надо было Левиафаном. Ну ладно, не так, не туда нажал. Угу, ходу горизонта, прелестно. Ладно, давай тогда заблокируем дракошиком. Ну и в него закинем, чтобы он там сбросил ману с себя. Так, 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 так. Полетела комбо. Ну, сейчас то, что это все летит, это очень хорошо. Заряжаем синих вот так в пустоту. Ага, висит у нее срез брони стихийной. Одна попала плюшка. Одна попала. Ну да ладно. Да, так как-то. Вроде и понятно, что это уже победа. А что-то как-то заковырялся я, блядь, долго. Долго заковырялся. Что-то как-то не очень прикольно. Ладно, ладно, ладно. Так, снимаем с нее ее вот это воскрешение. А, он же сначала бьет, да? Ну да ладно. Так, ну так, прокинемся. И забираем ее. Угу. До горизонта. Но вторая стрела настигла. Настигла Марену. 48 очков, блядь. Тут как-то вообще это очень мало. Ну и последний тапок. Остался последний тапок. 5500. Ну какие-то тут они вообще неинтересные ни разу противники. Угу. 5600. Ну давай сюда пойдем, что ли. Там остался зеленый тапок. Зеленая пачка. Можно взять хеприка. Хеприка возьмем. Возьмем Артиом. Ну, можно даже взять Скади. Возьмем Станиса. И возьмем Ньорда. Угу. Угу. Ну, нормально. Нормально. Так, поехали. Последний тапочек. Закинем и пойдем отдыхать. Да. Блять, Скади с трех камней, да? Ну ладно, вот так вот трешку нашли. Трешку. Ах, отряды у нее, блядь, не те. Сука. Блять, какая-то косячная у меня сегодня война. Какую-то дичь, блядь, лютую я тут, блядь, творю. Ой, блядь. Так, ладно. Ладно, центр тут, наверное, не очень страшный. Вообще ни разу не видел я эту даму в центре. Прекрасно она заблокировалась. Ну и давай в нее вот так что-нибудь покидаем. Может, что-то выйдет. Что-то зеленых вообще не выходит. Ну, давай вот так вот с синими зарядим своего хила. На зеленых что-то как-то вообще нету. Что-то как-то нету. Угу. Ну ладно. Давай так. Взорвем кристалл. Вот зеленые подошли. Угу. Там щиты от Дагда висят у них. Что тоже не очень интересно. Но они вроде там, вот да, они все спали. Так. Давай мы лечимся. Заблокируем вот этого хрена на коте, который скачет.
Так, и сюда вот закинем. Блять, вообще камня нет. Где зеленые камни? Давай вот так вот один. Это мы зарядим Артио. Вот так вот мы сейчас лупанем в нее. И Дагда, если ее будет лечить, он ее покоцает. Угу. Ну, давай в него вот так закинем фиолов, зарядим хеприком. Ну, давай, центр должен уже отвалиться, да? Отвалился. Прекрасно. Ну, хоть что-то. Хоть что-то, блядь. А Станис так еще ни разу за этот бой и даже не проявил себя. Тут уже все ультанули по одному, по два раза, а он что-то как-то он стоит так и наблюдает за всем этим делом. То как-то не очень мне прикольно. Но сейчас мы его зарядим. Вот эту вот морду взорвем. Два зеленых. О, еще нормально. Ну, теперь тут нормально все получилось. Давай заберем вот этого атлета, который там в уголку стоит. Угу. Так, нормально. Ну, давай с Танисом лупанем в Дагду. Хорошо. Так, ну и можно тут еще раз прочистить поле. Вот Макок уже, он особо-то тоже ничего не сделает. Давай попробуем заблокировать его хеприком. Заблокировался, прекрасно. Можно взорвать еще и красный кристалл. Все полетело, но ни хрена не вышло. Ох, блядь, как тут, что тут, блядь, как зеленых-то собрать хоть... Так, ну-ка. Так, ладно, давай хеприком мы его вот так уберем. Кавалер. Ёбаный ты богомыш. Так. Да, с камнем, конечно, вообще какая-то беда. Если бы это была война с каким-то более серьезным соперником, то, конечно, отгребал бы я просто знатно. Знатно за обе щечки бы вообще закидывали бы мне. Но этот соперник позволяет делать такие вот ошибки. Ну, получилось вот так. Так, получилось вот так. Ну, ладно. Откидал я свои тапочки. Откидал. 270 очков набрал. Демон пока Женя на первом месте. Саня тут тоже нормально накинул. Угу. Так, ну, посмотрим, чего там о меня атаковали или нет. Атаковали меня или нет. А, вот, с трех тапков меня убили. Убили. Ну и, собственно, все. Больше на меня никто не нападал. Ну ладно, вот такие вот получились мои тапочки. Где-то, конечно, слишком косячные. Где-то так нормально с камнем повезло. Но получилось, как получилось. Итак, чего тут у нас? 62 тапка у нас, 79 у них. Ну, отрыв такой уже в очках уже приятный. Почти 1700 очков. Нас тут они тоже немножко побили. Ну, ладно. Вот такая получилась война. Ну, результаты все посмотрим в конце этого видоса. И всем спасибо за просмотр. Успехов, удачи и до новых встреч. Пока.